Сегодня в Забайкальском крае медики, по вине которой трое детей умерли от пневмонии, дали условный срок. Врача интерната для умственно отсталых в Петровске-Забайкальском признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Хотя в материалах дела есть и такие вопиющие примеры. 8-летнюю девочку Вера Токарева осмотрела только в день смерти, хотя ребенок болел в течение недели. Другого погибшего мальчика врач не осматривала вовсе. Всего из-за допущенных нарушений заболело 29 детей. Впрочем, теперь прокуратура сообщает, что врач во всем созналась, сотрудничала со следствием, поэтому к ней проявили снисхождение и даже не стали лишать ее права работать по профессии.